В настоящее время актерская пара Ханде Эрчел и Керем Бюрсин являются одной из самых популярных пар в Турции. За их отношениями следят миллионы поклонников. Дружба между молодыми людьми завязалась на съемочной площадке сериала «Постучись в мою дверь». А позднее их дружеские отношения переросли в нечто большее. Экранная любовь стала реальностью для пары. Так как взаимоотношения Керема и Ханде в последнее время со всех сторон обыгрываются в прессе, то возвращение на родину актера с Канарских островов не могло остаться незамеченным. В аэропорту Стамбула Керем дал небольшое интервью журналистам. Он поделился радостным известием, что его возлюбленная решила сделать ему приятный сюрприз. Он сказал: «Моя девушка решила сделать мне сюрприз и приехала встретить меня в аэропорту. Я в изумлении, так же, как и вы, ведь никто не ожидал увидеть Ханде здесь». Кстати, Керем еще раз откровенничался, что очень соскучился за любимой после путешествия. С его слов: «Мы с Ханде долго не видели друг друга и очень скучали, поэтому я вас покину, так как хочу быстрее уехать с любимой». А вот сама Эрчел не захотела общаться с прессой. Следите за событиями из жизни телезвезд Турции вместе с нами и подписывайтесь на наш канал.